Вечерело, дело было к ночи. На дорогу падал первый снег. Вдруг навстречу мне из подворотни вышел, как Кинг-Конг, здоровый негр. Весь его наряд – очки и галстук. На ногах – штиблеты без носок. И на радость девичьему глазу не было ни шляпы, ни порток. Дама я не робкого десятка. Если что, и в бубен дать могу. Лишь одним страдаю недостатком. Мимо безобразия не пройду. Говорю, любезный, что за диво? Почему в мороз и неглиже? Тут вам, извините, не Мальдивы, можно отморозить Фаберже. Неприлично с этаким гигантом шляться в голом виде по ночам, галстука махать, как транспарантом, и пугать интеллигентных дам. Может, хулиганы вас раздели? Здесь покруче, чем в Чикаго, люд. Шастают такие прохиндеи, запросто хозяйство оторвут. Пушкин наше все, а вы похожи на него и в профиль, и в анфас. Так что я не могу без одежки одного в беде оставить вас. Вот мой дом, пойдемте же скорее, посидим за ужином в тиши. Я горячим чаем вас согрею и теплом загадочной души. В предвкушении сказочной интриги мы уже к подъезду подошли, как две молодые прощелыги вылетели пули из такси. Подскочили с криками: «Рональдо, наконец-то мы тебя нашли!» И бесцеремонно и нахально негра из-под носа увели. Не мое, конечно, это дело. Пусть морозят дурака всю ночь. Я всего лишь навсего хотела безвозмездно ближнему помочь.